you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня со мной Аленка Бандитка. Аленка, поздоровайся. Итак, думаю, из вас никто не мог ожидать то, что я заведу такую рубрику. Это тема популярна в Самп, не надо писать то, что типа я украл эту идею. Как бы, да, я решил взять эту идею с Сампа, потому что в КРМП такое никто не делает, я решил попробовать. Как бы, мой ник, вот, Аленка Бандитка, мы будем играть за Аленку, как бы, в чем суть? Мы будем играть за девушку, за Аленку Бандитку, и будем развивать ее дальнейшую судьбу, там, РПшки и так далее. Думаю, вы сами все понимаете. Наша Аленка будет играть только на третьем сервере Amazing Holy Play, ни на каких других серверах она играть не будет. И я не буду здесь играть ни под каким другим ником, только под этим ником я буду здесь играть. Аленка Бандитка. Так что запомните. Думаю, вам понравится эта идея, так что ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии свои. И будем в дальнейшем развивать ее судьбу. Посмотрим, что с этого получится. Но у меня на самом деле большие планы насчет Аленки. И думаю, вам это тоже будет нравиться. Ну что ж, погнали. Итак, наша Аленка приехала в новую область. И ей в первую очередь нужно сдать на права. Кстати, вы думаете, откуда у него 500 тысяч? Большое спасибо моему подписчику. Сейчас я оставлю его в ВК. Просто большое спасибо. То, что он реально помог мне с финансами. Очень приятно. Ну что ж, поехали в автошколу. Как бы у меня давно была такая идея. Я как бы... вчера на стриме даже об этом говорил. Я вчера придумал ник Аленка Бандитка. И вот я решил заснять уже. Это первая будет такая пилотная, можно сказать, серия. Но надеюсь, вам это понравится, вам это зайдет. И я буду в дальнейшем это снимать. Потому что реально планы большие на Аленку. Поэтому, думаю, все будет хорошо. Сейчас мы отправимся в Батырево, чтобы сдать на права. Потому что у нашей Аленки нету прав. Она только приехала в область. Она здесь никого не знает. И ей нужно сдать на права, чтобы в будущем, возможно, работать. Хотя, не знаю, наша Аленка вредная, наверное. Работать особо не будет, но все же. Погнали. Кстати, кто будет играть на третьем сервере, вводите вот этот ник при регистрации. Мне будет очень приятно. И Аленке тоже. Вот и наша Аленка добралась до автошколы. Давай, бросай скутер и пошли. Будешь давать на права, Аленка? Так, заходим. Блин, как же я давно не сдавал на права. Точнее, наша Аленка, как бы. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Как бы я за нее играю. Так, нам нужна категория Б. 5000, хорошо. Что-то написал, что-то. Вы начали практическую часть категория Б. Выйдите во двор и сядьте в транспорт. Понятно. Ну что ж, пошли, Оксанка. Будешь, так сказать, учиться управлять машиной. Надеюсь, она сдаст. Как бы да. Так, 99-я. Красная. Вообще шикарно. Так, ну что ж, Аленка, поехали. Так. Начало хорошее. Что-то я рано это сказал, она чуть кювет не улетела. Так, давайте поворачиваем. Думаю, у нашей Оксанки будет большое будущее в этой новой области. Она достигнет вершин, и все будет круто. Так, Аленка, красный. У нас будет порядочная девушка. Аленка у нас порядочная девушка. И она соблюдает все. Так, давай, поехали, Аленка. Тапку в пол просто. Кстати, что-то 99-я не едет. Согласна, Аленка? Я вообще по барабану, я вижу, по ее выражению лица. Так, поворачивай, аккуратно. Это хорошо, что мы в параллельном мире. Так бы, думаю, наша Аленка бы рассадила бы машину уже давно. Ну что ж, поворачиваем. Вот так вот. К
Кстати, онлайн... Сейчас сколько время, я не знаю даже. Час дня сейчас, короче, и... Почти полвторого, не, полвторого уже даже, кстати. И онлайн 120 почти, ну нормально, думаю. Под вечер, думаю, 300 будет. Как бы, почему именно Аленка оказалась на третьем сервере? Почему не на первом? Почему именно на третьем? На первом не захотел, потому что, как бы, там все мои подписчики и нашей Аленке будут все помогать, я так думаю. И на третьем сервере здесь никого я не знаю, и мне подписчик подкинул денег, понимаете? Я бы мог, наша Аленка могла бы, конечно, сама развиваться с нуля, но это будет очень долго. Но она и так будет развиваться с нуля, просто ей дали такой толчок. Она приехала в область с денежками, как бы, и все хорошо. Кстати, Аленка, на удивление, довольно-таки хорошо проехала. Мне это нравится. Так, аккуратненько. И давайте заедем. Надеюсь, мы сдали. Блин, Аленка, бампер. Ладно. Оп. Ну что ж, вы успешно сдали на права. Это уже успех. Наша Аленка сдала на права. Теперь, я думаю, ей нужно купить телефон, чтобы она могла с кем-нибудь связаться, когда ей будет это нужно. Так, вот наша Аленка пришла в 24/7. Так, ей нужен сим-карта и телефон. Телефон стоит 4000. Так, теперь нужно купить сим-карту. Какую бы нам купить сим-карту? Так, сим-карта. 6 цифр. Давайте что-то придумаем. Может, 55, 88, 55. Или 77, 88. Хотя, думаю, такой номер занят. 77. Введенный номер уже занят. Хорошо. Давайте попробуем что-то другое. Так, сим-карта. Давайте 55, 88, 55. Тоже занят. Я думаю, тут здесь, в принципе, все такие номера заняты. Давайте, не знаю. 10, 11, 10. Не. Давайте вот так вот. 0-1. Номер введен некорректно. А, ну лишь нельзя, ёптель. Окей. Давайте поставим обычный номер, как бы. Я этот номер знаю. Вот, 57-64-24. Все. Вот теперь вот такой вот номер у нашей Аленки. Запоминайте, 57-64-24. Я его оставлю, кстати, в описании, этот номер, если кто забудет. Ну что ж, на этом будем заканчивать. С вами был я, Кирилл Гейм, и Аленка Бандитка. Все ссылочки будут в описании. Заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.